Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Poco M4 Pro, и сейчас я покажу вам, как включить жестовую навигацию на данном устройстве. Для этого мы переходим в настройки. Далее мы переходим, по-моему, в расширенные настройки и нажимаем на безграничный экран. И здесь мы выбираем способ навигации, выбираем жесты, и сразу нам предлагается инструкция. Нажимаем «Изучить» и нажимаем еще раз «Изучить». И здесь нам показывается, что нужно делать. Провести вверх – это возврат на рабочий стол. А далее провести вверх и задержать – это открыть недавние наши какие-то штуки. Провести вправо и влево от края – это у нас возврат. И, в принципе, все. Закончили, и теперь мы можем управлять с помощью жестов нашим телефончиком. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.